И поэтому, естественно, по четырем проектам мы сейчас по ряду уже из них сделали физические стадии. То есть нам оплатили эти деньги, по ряду осуществляем это. Ну, это уже контракты, и мы объявим о них тогда, когда уже выйдем на стадию проектирования. И к тому же у нас есть договоренности с заказчиками, ну, с покупателями наших проектов, что они бы хотели сами объявить об этом, а не мы. Поэтому мы подписали договор конфиденциальности, и я просто не имею права говорить, кому мы делаем эти проекты. Но я могу сказать, что это в разных странах, это не в одной стране. Так, это есть в Азии, это есть в арабских странах. Так, это есть на евразийском континенте. Так. Поэтому этот год тоже был для нас очень важным. Мы наконец-то вышли на вот, подписание контрактов и на начало оплаты работ. Хотя мы и раньше, и сейчас зарабатываем деньги. Зарабатываем деньги не только вот на струнных технологиях, но и у нас есть мощное производство, поэтому уже давно получаем заказы со сторонних предприятий, с разных стран, кстати. Даже с оборонки, потому что у нас уникальный станочный парк. Ну, кстати, мне кажется, об одном заказе можно уже рассказать. Сроки NDA вышли. Ну, наверное, полгода уже прошло. Да, мы в прошлом году получили заказ на электромобиль. А в России не смогли, спроектировали, не смогли сделать электромобиль. Я не буду называть, наверное, всякие компании и так далее. Но это то, что потом показывался президенту России Путину. Эта машина, да? Его сделал, спроектировал серьезный, крупный автопроизводитель. Они не могли его изготовить, да? И заказ разместили у нас из России и оплатили, естественно, заказы. Это достаточно дорогостоящий заказ. И мы полностью сделали электромобиль. Мы сделали каркас, мы сделали облицовку. Мы сделали накопители энергии, это очень сложный узел. Если думаешь, ты думаешь, что там поставил какую-то батарейку или аккумулятор, нет, это один из самых сложных частей электромобиля, накопитель энергии, да, так называемый аккумулятор. Потом мы сделали сами мотор колеса и двигатели, мы сами сделали, так. Ну, фактически весь автомобиль мы сделали, да. И он сразу показал хорошие результаты, сразу, там, скоростные режимы, плавность хода, ну все как было спроектировано, то есть очень высокое качество мы это сделали. Ну, собственно, здесь же Юнибус и Юникар, это же тоже электромобили. Это тоже электромобили, но только для струнных дорог, а здесь для асфальта. То есть опыт, ну, колоссальный. Нет, колоссальный опыт и знания, и оборудование соответствующее, да. И поэтому, честно говоря, там удивились даже качеству. Они не ожидали, заказчик, что мы такого качества сделаем. И это как пример. Изделий достаточно сложных, которые мы изготавливаем на сторону. И их много, да? Их много, да, да. Их на миллионы долларов. Так, и, естественно, это помогает нам, ну, финансировать нашу технологию, то есть поддерживать коллектив, там, платить зарплату, ну и так далее. Ну и в том числе, я так понимаю, коллектив еще компетенции свои совершенствует таким образом. Безусловно, безусловно. И чтобы они не простаивали, потому что, если, допустим, нет заказов прямых или локдауны, ну, и мы фактически, ну, нечего делать, образно говоря, то эти заказы спасают от расхолаживания и от того, чтобы не распускать коллектив, а все-таки они работали вовсе, как и положено, да. Вот у нас достаточно крупное проектное управление, поэтому мы проектируем здания, сооружения. И эти деньги, они возвращаются в ЗАО? Вот, нет, так естественно. Ну, так на оплату же, труда нет, идут? Нет. Да? Естественно, ЗАО выступает исполнителем. У которого главная функция все-таки это создание струнного транспорта. Да, но надо еще же финансировать коллектив. Угу. Мы же не можем только деньги инвесторов. Они же тоже не могут бесконечно финансировать. И в то же время, это же форс-мажор, кто знал там 2 года назад, что вот, вот то, что творится сегодня, это же безумие. Но это безумие наступило. И мы в этом безумии не выжили, и более того, развиваемся и совершенствуем все, и даже растем. И у нас есть строительная компания своя, она тоже получает заказы сторонние и тоже. То есть все компании, входящие в группу компаний, они фактически получают еще стороннее финансирование за счет выполнения заказов, и эти заказы оплачиваются. Поэтому этот год тоже вот ознаменовался вот такими достижениями. Так. Ну и потом одно из главных таких достижений, то, что мы
наконец-то сертифицировали как комплекс нашей струнной технологии. Если позволите, мы к этому вернемся. Я вот хотел все-таки вернуться к озвученным вами коммерческим проектам. Правильно я понимаю, что ЗАО ежегодно публикует аудит, так? И, соответственно, в следующем году, в 2022, также будет опубликован аудит, и все интересующиеся, они смогут увидеть вот эти средства, которые поступают от коммерческих проектов? В принципе, да. Хотя не все средства поступают напрямую. Учитывая, что мы находимся, ну, Беларусь, все-таки санкции, там к нам не всегда адекватно относятся за рубежом. Во многих странах даже не знают, что есть такая страна, Беларусь. И тем более не знают, где она находится. Да. Причем я даже это слышал, допустим, в такой стране, как Швейцария. Они все удивлялись, а Беларусь, Беларусь. А, это говорит, Россия, это, говорит, за Уралом, в Сибири. Я говорю, да нет, вы что, это же в центре Европы. Тут от нас знак центра Европы несколько километров, мы в центре Европы находимся. Я говорю, столица Минск. Минск, говорит, первый раз слышу. Причем, говорит, не просто, это говорил пограничник, а офицер, вот, с высшим образованием человек, а не просто там какой-то, понимаете. Поэтому это тоже влияет. Не всегда мы напрямую это делаем, да. И в нашу группу компаний входит уже целый ряд компаний. Три компании у нас есть в Объединенных Арабских Эмиратах. Угу. Так, где, ну, совсем как, ну, к ним другое отношение в мире. И там совсем другая налоговая политика у них, к примеру, да. Поэтому не все, допустим, заказы надо принимать на заустанные технологии, потому что тут надо платить большие, написано, налоги на прибыль. Вывести деньги, допустим, заплатить инвесторам за рубеж практически это невозможно. И даже проблемы сюда заведения денег. Вот от одного из заказчика они переводили там небольшую сумму в течение 3 месяца. 5 раз эти деньги возвращались. А например, если взять Эмираты, там, ну, там нет налога на прибыль. Ну, Star Club. Возможности безграничны.